Всем привет! Это новая подборка чумовых вещей с сайта AliExpress, которые тебя удивят. Если ты подписался на канал и поставил лайк под этим видео, то сможешь поучаствовать в конкурсе. Поехали! Это электробритва от Xiaomi. На ней расположена одна единственная кнопка, которая включает и выключает прибор. Включенная бритва издает не очень громкое, но противное жужжание. А вот на деле бритва оказалась совершенно бесполезной вещицей. Пользоваться ей неудобно, недостаточно хорошо бреет, плохо очищается лезвие. Не могу сказать, насколько хватает заряда, так как пользовались ей всего один раз и положили назад в коробочку. Для повседневного использования совершенно не подходит. А этот товар дает возможность сделать свои шторы умными. Это крутая технология. С ее помощью твои шторы заживут своей жизнью. Они будут открываться и закрываться самостоятельно. Для этого нужно просто установить датчик на багет и активировать его. Контролировать ее можно в специальном мобильном приложении. А если прикупить еще и хаб, то он будет работать в тандеме с другими частями умного дома. Наверняка вы могли наблюдать за тем, как в общественных местах используют бесконтактный термометр, чтобы придерживаться новых правил. Это очень полезная штука. Бесконтактный термометр, который работает при подключении к телефону, он имеет небольшой дисплей, отражающий температуру, а также кнопку сброса данных. Устройство отображает правильную температуру даже после нескольких тестов. Это неплохой девайс, чтобы следить за своим состоянием, особенно в текущее время. Мини-циркулярная пила Hilda. Компактная циркулярочка предназначена для работ в столярной мастерской. Благодаря своим компактным размерам обладает высокой маневренностью, что очень хорошо сказывается при распиловке листовых материалов из древесины любой породы. Инструмент в длину 350 мм. Корпус собран из прочного пластика с прорезиненными вставками. Потребляемая мощность электроэнергии 500 Вт, питается устройство от домашней сети 220 вольт. Скорость холостого хода без нагрузок 4100 оборотов в минуту. Распиловочные диски по дереву и металлу заходят до 85 мм, максимальная глубина 30 мм. Набор креативных чашек в точности повторяет вид клавиш с механических клавиатур, на которые нанесены обозначения Ctrl-Alt-Delete. В наборе 3 штуки, цвет на выбор белый или черный. Этот конструктор представляет собой уменьшенную копию творения голландского скульптора. Он занимается созданием так называемых самодвижущихся скульптур. Для их движения не нужны ни электричество, ни солнечной энергии. Движется вперед, полагаясь на механические принципы и естественный ветер. Гениальная структура заключается в рациональном использовании баланса для трансформации физических переменных. И коэффициент конверсии энергии очень высок. Это удивительные создания, наполненные силой природы. Никого уже не удивишь крупными хакерскими атаками. Шокирующая правда в том, что как раз любой хакер может взломать ваш компьютер и включить камеру без вашего ведома. Различные программы позволяют злоумышленникам получить доступ к изображению с камеры вашего устройства, даже в те моменты, когда она выглядит неактивной. Шторка для веб-камеры – надежный страж вашей личной или профессиональной деятельности на интернет-просторах. На первый взгляд простая, но, несмотря на это, очень действенная конструкция эффективно защищает устройство от шпионажа хакеров. А это защитное стекло для камеры смартфона защитит основную камеру от царапин и механических повреждений. Модель базируется на высокопрочном закаленном стекле, которое хорошо выполняет все свои основные задачи и бережно сохраняет модуль в целостности и сохранности. Стекло отличается тонкой конструкцией, которая совершенно не ощущается при использовании, поэтому вы можете пользоваться любыми защитными чехлами. Это электрический насос. Забудьте о тратах сил и времени на возню с ручным насосом. Для вашего комфорта создан портативный электронасос. Аксессуар поможет быстро подкачать шины в автомобиле, мотоцикле или велосипеде. Также устройство можно использовать в качестве манометра для контроля давления в колесах. Кстати, комплект богатый на все случаи жизни.
А это ультразвуковой отпугиватель насекомых, который поможет избавиться от насекомых и создаст комфортную и спокойную среду для работы и отдыха. Прибор отпугивает комаров, мух, тараканов, муравьев, моль и других насекомых. Вам больше не нужно будет использовать сомнительные химические средства, которые вредны не только для комаров. Устройство не выделяет никаких вредных отравляющих веществ или неприятных запахов. Оно борется с насекомыми при помощи ультразвука. Но чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. И оставьте комментарий, какой из товаров вам понравился больше всего для определения победителя через рандомайзер. Подробнее в описании. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.